Ребят, вот смотрите, инкассаторскую машину как разорвало в дребезги. А здесь садовый товарищ Сакуант, да? Нет. А как называется, не скажете? Старейший энергетик. Вот так она выглядит уже в разобранном состоянии. Бензобак валяется. Двери как бы должны быть бронированные. Что-то они как будто какие-то жиденькие. А, понятно. Спасибо. Ага, спасибо большое. Ребят, такие вот дела.